В Минске прошло заседание контактной группы по Украине. Его участники обсудили соблюдение перемирия. Оно действует уже больше месяца. По словам наблюдателей ОБСЕ, за это время не было ни одной жертвы среди гражданского населения. При этом представители ДНР заявили, что обстрелы со стороны украинской армии продолжаются. Еще одной темой встречи стало восстановление моста в станице Луганской. Он обрушился 4 года назад во время боевых действий. Недавно территорию вокруг переправы удалось разминировать, и это позволит приступить к ремонтным работам в ближайшее время. В рамках заседания также обсудили обмен пленными, однако сторонам не удалось продвинуться в этом вопросе. Следующая встреча контактной группы пройдет 4 сентября.